Приветствую подписчиков и гостей своего канала. Сегодня речь пойдет о чудо-подкормках, которые обещают, что через день вы свою рассаду не узнаете. Так миф это или реальность? Будем разбираться. Говорят, что витаминами В1, В6 и В12, обычными витаминами в ампулах, которые можно купить в аптеке, можно подкармливать рассаду, если вдруг она стала в росте, плохо растет, или при пикировке, чтобы она хорошо прижилась. На 1 литр воды, говорят, надо взять по одной ампуле и провести корневую или внекорневую подкормку. Более того, нужно проделать целый курс из 3 подкормок подряд. И обещают, что буквально на следующий день вы свои растения не узнаете. Несколько лет назад я начиталась всего этого и решила попробовать. Петуни росли у меня не очень, и вот я купила витамины В6 и В12 и сделала курс из 3 подкормок подряд. И результата я не увидела ни на следующий день, ни через 3 недели. Ведь обычно когда люди начинают искать в сети такие чудо-подкормки? Когда рассада не растет. И все надеются, что существует какая-то подкормка, которая сотворит чудо. Я пришла к выводу. Если у вас не профессиональные семена, а чем профессиональные семена отличаются от непрофессиональных семян, смотрите по ссылке, изначально взят неправильный грунт и нарушена где-то агротехника, то никакая чудо-таблетка не поможет. Вместо этого нужно внимательно отнестись к выбору семян, составить идеальный грунт. Вот здесь по ссылке смотрите, какой грунт любят петунии, эустомы, калибрахи. И, конечно же, следить за агротехникой. И тогда никакие чудо-подкормки не потребуются. Если вы сделали все правильно, то остановки в росте не происходит. Через 2 недели после всходов уже пикируют петунии. И чтобы они прекрасно перенесли пикировку, достаточно пролить их раствором циркона. И тогда они вовсе ее не заметят. Чтобы всходы хорошо росли, нужна первая и самая главная подкормка. Подкормка кальциевой селитрой, но это строго после пикировки. И эта подкормка задает иммунитет растению, укрепляет его скелет на весь период вегетации. К тому же в ней находится азот, что способствует бурному росту зеленой массы. Далее, по мере роста корней, переваливаете в больший объем. Пересадка заменяет подкормку. И вот здесь вы действительно уже не узнаете свои растишки. Так они действительно через пару дней так изменяются, так быстро растут. У меня на канале вышло видео, как вырастить шикарную рассаду всего лишь 3 подкормками. И вот это действительно работает. Если все сделаете правильно, потом не нужно будет искать чудо-средство. И запомните, если рассада встала в росте, значит что-то из перечисленных факторов нарушено. Анализируйте и меняйте, и тогда все получится. Здоровая рассада не встает в росте, а прет как на дрожжах, если можно так выразиться. Всем удачи!